Значит, я перейду к следующему моменту. Значит, вы знаете, я первые два месяца, значит, принимал от вас заявки, причем такое у меня сложилось впечатление, что люди просто рванули, значит, и вот, вот все, что у них накопилось, начали вываливать на меня, потому что это требовало решения. Ко мне, вот вы говорите, что, значит, не так. Вы знаете, интересные цифры. Значит, за первый квартал поступило 75 заявок. Второй квартал моего руководства 420. Или не регистрировали. Я не говорю, что это я хороший. Либо не регистрировали, либо что произошло. Но третий квартал, значит, 562 заявки. Но мне говорили, что система какая. Следующий слайд, пожалуйста. Директор, главный инженер, потом старший мастер, которая принимает все заявки и раздает трем мастерам. И ведет весь учет, контроль исполнения и все прочее. Значит, и три мастера в подчинении. Для чего главный инженер? Вы знаете, армию можно ругать, но то, что у человека 7 человек в подчинении, это закон, придуманный умными людьми. Потому что он просто не может управлять большим количеством людей. Поэтому очень часто возникает вопрос. Значит, вот надо это сделать. Да все здорово. Но у вас такой замечательный старший по дому. Значит, а у меня правило. И когда вы сегодня звоните в РЭО-1, значит, в нерабочее время, то там есть такая, нажмите, значит, циферку 2 и услышите информацию о работе РЭО-1. Там в том числе сказана фраза, что заявки на общее имущество принимаются от старших по домам. Вот есть сколько жильцов? И каждый себе в голове. Вот сидит старшая по дому, подошла ко мне и говорит: Станислав Вячеславович, вот никакого отношения к ней девочка не имеет. Значит, ну девочку выдает замуж. Подъезд облезли. Ровно через два месяца, я даже ей не говорил, вот сейчас первый раз, приходит жительница другого подъезда и говорит: вот она там себе отремонтировала подъезд. Всегда будут недовольны. Но одно правило, я им всегда говорю. Вы знаете что? Считайте, что кто-то из старших домов злоупотребляет. Соберите собрание, переизберите. Принесите протокол, я буду слушать того человека, которого вы изберете. Пока вы это не сделаете, я буду слушать старшего по дому. Извините, это так. Все. Да тут никто не... Мы посчитали, что это... Мы вернемся к заявкам, пожалуйста. Да. Тоже вот прозвучало мнение присутствующего здесь старшего, что подать заявку может только старший. Да, в принципе, это возможно и верно, но многих старших, как бы, люди неправильно понимают их, когда они могут к ним обратиться, и позволяют себе обращаться к старшему ночью, там, рано утром и так далее, и требовать от них выполнения тех или иных действий. Вот было, есть такое предложение, да, старший должен знать о том, что пошла заявка в РЭО, но не обязательно он должен туда идти. Значит, была практика в предыдущей, ну, составе РЭО, что тот человек, которому нужно выполнить срочно какой-то вид работы, не аварийный, он эту приходит к вам, вы его принимаете, даете ему план заявки, он вам там говорит, вы с ним обсуждаете. Потом он в то время, когда удобно старше, он находит ее, и она ему подписывает, или он. Зиновий, давайте я вам расскажу, как у нас это делается. А вы по практике просто что да, еще можно нужно добавить? Чтобы не беспокоились, вот чтобы смотрите, не старше шел. Послушайте, да. Действительно, надо, видимо, такие. Надо. Послушайте, действительно, такие случаи, возможно, есть. Значит, послушайте, случаи, не практика. Практика выглядит следующим образом. Во-первых, мы заявки принимаем по телефону. И телефон, значит, мы, во-первых, знаем голоса, не первый год знают мастера и секретарь. Значит, голоса старших по домам, значит, и по голосу доверяет, значит, что это заявка от старшего по дому. Вот прям росписи такого, это не обязательно. Мало того, когда у нас в самой заявке есть квадратик, я могу принять заявку на места общего пользования, если течет крыша, стояк, это места общего пользования, но подписывают ее жилец. Единственный вопрос, что мы потом, созваниваясь, уточняем, нам выполнять или вы категорически против, потому что у него там задолженность, и мы сами смотрим про эту задолженность. Да? Значит, у старшего спрашиваю мнение, потому что бывают случаи, когда старший становится в позицию и говорит: я на это деньги не дам. Вот под полом проходит теплотрасса у человека, и у нас пару раз были конфликты.
Он говорит, это общее имущество, пусть старший подпишет заявку. А старший говорит, я не буду подписывать, он там себе золотые полы сделал. Ну вот, вот, вот ситуация. Ну, я не имею права без заявки старшего в этом случае. У нас конфликтная ситуация возникает. И третий момент. Значит, вообще, как я планирую сделать, Зинаида Георгиевна? Значит, мы сегодня провели переговоры, значит, для того, чтобы, это недорогие деньги, значит, купить программный комплекс, который бы регистрировал заявки все, вел учет, статистику, чтобы я мог понимать, вот я там привел статистику, сколько за первую неделю, сколько за вторую, сколько за месяц. Но это настолько условно все, понимаете? А вообще-то есть нормы, что одни заявки мы должны в течение 3 суток ликвидировать, а какие-то в течение 5 суток, а не там месяца, понимаете? Поэтому есть программный комплекс в Ярославле. Значит, ну мы решили, у Ярославля взяли программу, какая она выглядит, и обратились к нашим невинномысским программистам разработать аналог. Значит, вот сейчас мы этим занимаемся. Так вот, я хочу, чтобы не только заявки, которые ко мне поступают, но и заявки, которые поступают в аварийные службы, значит, были в одном комплексе. Потому что есть ситуация, сегодня ситуация. Вы позвонили в аварийку, они пришли, устранили, локализовали эту, и вы должны еще раз прийти ко мне, дать заявку на продолжение работ. А по идее вы обратились в аварийку, аварийка локализовала, я вижу, что требуется дальше сделать, туда же пришли специалисты, они сразу говорят, нужно это, отразили, я утром прихожу, включаю компьютер и вижу, что у меня по электросети переходящих заявок столько, по теплосети столько, по водоканалу канализации столько. Значит, и я уже, не дожидаясь дергания вас, иду к вам, значит, созваниваюсь и устраняю. Так должно быть, пока этого нет. Значит, ну не все сразу сделать. Значит, есть понимание, есть умение. То есть еще все-таки более конкретно. Более конкретно, старший, жесткого требования нету. То есть если собственник старший может ответить, тот, который не контролирует жестко свои эти заявки, считает, что может любой пойти. Он говорит собственнику, обращайтесь в РЭО самостоятельно. Все. Нет, у меня другое предложение. Ну, вот я вас давайте, вот не сложно будет, если мы каждому старшему по дому выдадим удостоверение, которое мы с собой принесли. И номер удостоверения, сообщенный по кодовое телефону, слово. Значит, будет кодовым словом, что это старший по дому. Ну, в принципе, да, неплохо. Всегда удостоверение в кармане, у нас есть список. Значит, причем, Зинаида Георгиевна, мы этот вопрос обсуждали, они давно у меня заготовлены. Единственное, что, чтобы их выписать, нужны фотографии. Я могу, конечно, без фотографий вам их выдать прямо сейчас, но давайте посоветуемся. Я думаю, что это будет таким, мы не дадим номера, знаете, 1, 2, 3, там, 5. Мы дадим какие-то номера с названием улицы, буковки, значит, ну, какие-то такие. Но у вас всегда удостоверение вы открыли, значит, ну, кто-то запомнил, кто-то всегда глянул, потому что это удостоверение рядом. Принимается, Зинаида Георгиевна? Ну, это а потом все запомнят это кодовое слово. Если... Нет, удостоверение. Вы мне по телефону сообщаете это кодовое слово. Нет, чтобы не ходить, чтобы не ходить. Давайте договоримся. Если в квартире действительно что-то такое, места общего пользования, старший по дому всегда знает, где проблемы. В квартирах я принимаю заявки от квартиры съемщика через кассу предприятия. Старший по дому здесь ни при чем. Но заявка проходит через квартиру, это общее имущество. Если места общего пользования, это только аварийная ситуация. А так я не знаю. Каждый старший по дому прекрасно знает, где. Со стояком может произойти только аварийная ситуация. Я говорю, вы только в аварийной ситуации. Заменили, да, 2,5 трубы, да? Я о чем хочу сказать. Дальше на полметра буквально. Слесарь же видит, вот я женщина и то вижу, вот увидела. Дальше идет на полметра, она буквально вся ржавая и капает, понимаете, оттуда капает. Он что, не видел, что нужно это? Я сказала, там больше значит, надо. Значит, я когда показывал, послушайте, я когда показывал заявку, ну вы же, брат, видели заявку в действии. Там есть такая вещь, значит, акт выполненных работ. И хоть там и предусмотрена фраза, что замечаний нету и все прочее, может быть, да, нам надо, какие замечания есть, двоеточие, или нет. Значит, вопрос заключается в чем? Значит, вы берете ручку и в этом акте пишете, работы выполнены не полностью, еще надо было заменить 1 метр, потому что в дело списывают эти заявки. Только Комоцкий Станислав Вячеславович. Как бы главному инженеру не хотелось, значит, или инженеру по ремонту. Нет,
нет, это тепло. Нет, нет, это я отвечу потом. Теплосеть, значит, уже когда... Значит, это я к Таисии Анатольевне. Значит, а вот это очень хорошая фраза. Почему? Потому что если вы подходите к дворнику или к уборщику, вот им и задавайте вопросы. Если вы, если я руководитель предприятия, значит, поэтому вы пришли, заявочку сделали, секретарю заявочку, директору пошла, пошла. Вот тогда вопрос. Понимаете, у меня на предприятии все заявки, я сказал, списываются мной в дело. Но не все заявки ко мне попадают. Почему? Потому что есть заявки, которые отфильтровывает главный инженер. Он считает, что это его компетенция принятия решения. Есть заявки, которые отбирают инженера, не мастера. Мастерам это не разрешено. А у них только одна задача – выполнить работу, написать. Инженера ходатайствовать о списании, потому что он проверил качество работы. И вопрос этого метра трубы – это вопрос к нему. Если бы он увидел там вашу резолюцию, что надо было еще метр заменить, он бы не написал ходатайство мне о том, что он бы вам позвонил, уточнил, послал, доделал, а потом написал, потому что он знает. Это каждый месяц происходит, я не чохом подписываю в дело. Я читаю каждую заявку. Когда вдруг не заполнен акт, я прошу объяснения, почему не заполнен акт. Да? Есть такое, что работы выполнили, старшего, который, ну, нет. Вот к вопросу, что не дергайте старших, да? Но я получаю ответ, у меня память неплохая, и когда на встречах мне задают вопрос, понимаете, тогда я делаю вывод. Потому что он мне ответил на вопрос, он ввел меня в заблуждение. Они это знают.